Значит, вот тут вот зажигается одна ерунда. Надо ее обучать. Подключаем сканер и начинаем обучать. Чего не начинаем? Поспите ровно. Пошло, поехало. Так, слушай, ты тогда это, значит, просто сейчас запишешь мне этот, вот эти два ролика и помпу, да? Ремень есть. Я так понимаю, оригинал? Да посмотрим. В смысле что, оригинал? Так, комплект будете брать, оригинальный? Ну, они ходят долго, лучше ставите. Ну, да. Оригинал. Хорошо, узнаем цену. Оригинал, да. Короче, по крайней мере, я вот это все узнаю. То есть мы сняли аккумулятор? Нет, это не с этим связано, скорее. Обычно аккумулятор на датчик рыска не оказывает влияния. Смотри, сейчас что сделали. Чек потеряет. Да, потереть, значит, ага. чек исчез, а вот это осталось, я не стал там дальше, он там занят был. Раз он сказал там, что он, как раз мы с ним поговорили, говорит, ты что, срочно надо менять этот рев этот. А это... А условий у них таких нет, чтобы это для меня это договорил. Ну, Петрович, я скажу так. То, что сканером, почему, допустим, я не заглушил красного условия, но это нет, но я проверил все блоки. И правильно. Что там, что там, как там агрегат. Ну что сказать, машина сложная штука. Вот та вот ерунда, которая была, это говорит о том, что она там рыскает туда-сюда и на большой скорости или там не на большой скорости может увести там влево-вправо и так далее. Там все это надо было каблировать. Ну, короче, привести в норму для того, чтобы это, чтобы вот этого рысканья не было. Представляете, машина следит за рысканьем, хрысканьем и прочими вещами. Вот такие-то дела. Не просто так, как говорится, ух ты, мы вышли из бухты, впереди океан. А надо тут, так сказать, посмотреть, что, что и как, и сделать. Вот такие-то дела. А теперь нас ждет замена ГРМ, уже тут слегка проворонили. Прочих там натяжных роликов, шмоликов. Опять мани, мостефани, мани, блю. Вот такие-то дела. Ну что, отшибочка стерта. Обошлась все это манипуляция у 500 рублей. Теперь что мы делаем? Теперь мы собираем мани, мастефани, мани, блю. Собираем мани. Список запчастей указан. И будем менять. Ну,
нутро у этой машине, там нутро, чтобы она дальше бегала. Вот такие-то дела, вот такие-то дела. Лампа 30-ца-ца-ца. Вот в том магазине Автолиния. Так. Вот такие-то дела, да? Не все так просто, однозначно. Ездить на таких машинах с полным комфортом. Надо и влаживать сюда, в этот комфорт. Вот тебе опять-таки мы с вами упираемся в уровень жизни, в уровень ваших доходов. Есть доходы, ездим на таком автомобиле. Нету доходов, значит, ведем себя гораздо скромнее. Выбираем что-то вот из этих вот автомобилей по своим деньгам. Так что впереди нас ждут передачи по замене ГРМа, роликов-шмоликов и прочие хурды-бурды. На сём и заканчиваю.